Этот пес по кличке Белый, как никто, разбирается в людях. Если подходишь с добром, то и в ответ он виляет хвостиком, а тех, кто может обидеть, чует за версту. Такое настороженное поведение не случайно, но об этом чуть позже. В 2017-м Белый встретил настоящих друзей. Среди них и Светлана. Она волонтер в бийском приюте для животных «Преданность», где живет пес, и знает, как порадовать Барбоса. Он любит вкусняшки, на вкусняшки он всегда готов выйти. А буквально несколько месяцев назад Белый никого не подпускал ни на шаг. Летом этого года хозяйка пыталась отравить пса крысиным ядом. Но несмотря на весь ужас пережитого, его история закончилась хэппи-эндом. Неравнодушные бичане позвонили в приют для животных и сообщили о беде. Когда приехали волонтеры, пес был заколочен в будке. Собаке пришлось пройти долгий курс реабилитации, таблетки, уколы и капельницы. Деньги на дорогостоящее лекарство помогли собрать жители Алтайского края. Сейчас пес здоров, но полностью доверять людям он по-прежнему не может. По словам волонтеров, если в его жизни появится любящий хозяин, Белый станет совсем другим. Сейчас он абсолютно нормальный пес, правда, у него нету доверия к людям, то есть нужен человек, который сможет с ним общаться. Если он будет знать то, что к нему будут хорошо относиться, и он будет это видеть, чувствовать, то он будет преданным псом и очень хорошим охранником, он хорошо охраняет. Сейчас на передержке в бийском приюте «Преданность» около 160 собак. Как правило, это животные, которых сбили на дорогах или выкинули те, кому четвероногие доверяли. И каждому из них, так же как и Белому, нужен дом и любящий хозяин. В свою очередь, собака не останется в долгу, ведь она – символ следующего года и обязательно принесет в ваш дом счастье. Валентина Аскерова, Сергей Балуев, новости.